Здравствуйте, приветствую вас на моем канале, меня зовут Нина. Сегодня у меня будет распаковка. Распаковка материала, который у меня лежит давно в моих коробках и ждет своего часу. Итак, давайте приступим. Это все с одного магазина, все его знают. Вот такие вот коннекторы на два провода или на две цепи, смотря с каким материалом вы работаете. Вот. Я за них заплатила $1.14. За 6 штук я взяла в миксе. Микс бронза и серебро. Так, это то же самое. Тоже коннекторы. На две цепи. Так они выглядят. Тоже в серебре и в бронзе. Вот. Они мне стоили $1.28 за 8 штук. Я тоже взяла микс. По 4 штуки каждый. Видите, в отличие от этих только 6 штук. Цена почти такая же. Вот. Еще есть у них вот такие коннекторы. Они почти одинаковые. Давайте посмотрим на бронзовые. Вот. Рисунок почти одинаковый. Но эти побольше, эти поменьше. Ну, почти. Ну, здесь как будто цветочки распущенные. А здесь вот так вот. Тоже очень симпатичные. Я выбирала небольшие коннекторы. Конечно, там у них есть и больше. Так. Вот эти тоже мне стоили $1.28 за 6 штук в миксе. Видите, у них разное количество. Тоже я взяла 3 таких, значит. Так, вот такие вот красивые шапочки. Я их уже взяла не в миксе, а отдельно. По 40 штук каждые. Вот, $1.25 за 40 штук. В бронзе и в серебре. Вот так вот они выглядят на моей бусине магнезита. Вы знаете, что магнезит отличается от гавлита своими коричневыми прожилками. У гавлита они серые. Это настоящий магнезит, я могу с уверенностью сказать, потому что я его покупала в американском магазине, у которых вся информация достоверная. Они не дурят людей. Так. И вот такие шапочки. Тоже красиво, все их знают, с цветочками. Могу вам показать, как они выглядят с бусиной. Так, это большая бусина. Это бусина 18 миллиметров. Так что с ней они выглядят очень красиво. Вот так вот, вот хочу одеть на более мелкую бусину, чтобы вам показать. Вот видите, оно уже не встало. Шапочки уже не встали. Эта бусина у меня 12 миллиметров. Ну, 8 миллиметров, конечно, точно не встанет. Видите, на 12 она уже не встала. И вот так она выглядит с бусиной 15 миллиметров. Тоже, видите. Я бы их рекомендовала с бусинами от 15 миллиметров и выше. Вот на вот эту 18 миллиметров они встают идеально. Так что смотрите внимательно. Далее покажу вам вот такие шапочки. Они специфические, потому что они подходят не ко всем бусинам. Вы скажете, ну, к любой круглой бусине. Нет, это не так. Вот, например, овальная бусина. Ну, мы скажем, наверное, она отлично подойдет. Вот, посмотрите, не так-то было. Надо еще подбирать по ширине. Вот по ширине они вообще не вошли. Вот если вот так вот было, то что видите, здесь тоньше, чем здесь. Может быть, вошло. Если вот такая бусина, если с поперечным просверливанием,
то, может быть, она войдет. В эту бусину она не подходит. Далее у меня есть вот такая бусина. Тоже мало что она толстая. Толстые бусины не подходят. Круглая. Тоже, видите, толстенькая. Ну, тонких у меня нету, тонкой бусины. То, что у меня есть такое более-менее. Вот прямоугольная. Тоже не подошла. Вот. Есть у меня такой опал. Тоже не подходит. Вот еще овальная. Ну, посмотрите, так себе. Хотя, тоже, наверное, из-за толщины. Ну, так, может быть, и подошло бы. Но у меня отверстие не в том месте. Вернее, не у меня, а у бусины. Так, и вот нашла вот такую бусину. Прямоугольная тоже. Не такая уж и толстая. Видите разницу по толщине? И вот, как вы видите, отлично вошла. Прямоугольная. И по ширине она подошла. Так что смотрите, захотите вы покупать такие шапочки или нет. Вот к этой у меня отлично подошла. Видите, какая яшма красная. Так, это все с этим магазином. Сейчас покажу вам другой. Следующие, это вот такие вот шапочки. Двухсторонние. Красивые. Так они выглядят с бусинами. Видите, как красиво. И в том же магазине есть другие. Они чуть побольше. Тоже двухсторонние. И вот так вот они выглядят с бусинами. Вот, посмотрите на разницу. Красивые шапочки. Вот. И вот такие тоже. Двухсторонние шапочки. Маленькие. Забыла вам их показать. Поэтому показываю. Так вот они выглядят. Это бусинка 6 мм и 8 мм. Очень аккуратно. Вот я вам показала три вида двухсторонних шапочек. Так, вот они идут, наверное, штук 50. Видите, как их много, вот этих маленьких. А этих совсем немного. Этих, наверное, штук 10. Вот, видите, какая разница. И эти штук 10. Вот это вот точно с одного магазина, а вот эти вот я не помню. Ну, ссылки я вам найду, надеюсь. Вот такая вот разница. Маленькие, средние и большие. Следующие шапочки это вот такие. Они под цвет гамблак. Но более они цветом мокрый асфальт. Отверстие у них большое. Это шапочки 5 мм. И вот так вот они выглядят на бусинках. Это бусинка 8 мм, а это бусинка 12 мм. Видите отличие? Мне кажется, с восьмеркой оно лучше всего смотрится. Для 12 она чуть маловато. Эти шапочки по 100 штук я заплатила 5,13. Тоже классные шапочки. Так, в следующем магазине я купила вот такие вот всякие миксы. Я этот магазин вам не советую. Он много чего мне не прислал. И молчал как партизан. Надо было самой потом по прибытию посылки говорить, что ты мне то не послал, другое не послал. Эти ракушки. Вообще я покупала набор из 50 ракушек, которые были...
разукрашенные разными цветами. Вместо них мне пришли две таких маленьких. Ну, конечно, я открыла спор. Далее лобстеры вот такие маленькие. Тоже в миксе. Протекторы бронзи. Это я вам потом хочу показать. Кримпы очень маленькие. Тоже. Иногда покупаешь, но это вообще малюсенькие. 1,5 миллиметра, 500 штук. Потом вот такие ковер-кримпы. Это в меди. Вот. Протекторы ганблак. 100 штук, 4 на 4. Колоты купила. Вот ковер-кримпы в меди. И вот такие купила колечки 12 миллиметров. Они достаточно толстые. Тоже у меня вообще маленькие колечки все. Почему-то, наверное, мне не хватило таких больших. И в золотом цвете еще. Не знаю почему. Так, далее вот купила вот это. Тоже. Мне не пришли некоторые цвета, которые я заказала. Что я еще заказывала в синем цвете. Он мне прислал только фиолетовый. Мне кажется, вот фиолетовый. Да, все фиолетовые. Это норка. Давайте посмотрим качество. Качество здесь, конечно, никакое. Мне кажется, их надо заново мне вот эти вот кримпы открывать и заново защемлять. Видите? Вот это одна. Я раскрыла вторую. И вторая тоже. Вообще никакая. Тоже. Надо раскрыть ее заново. Вот так вот. Хотела на серьги. Ну, качество вообще. Ну, вообще, я этот магазин вам не советую. Видите, они приходят отдельные, каждая в своем пакетике. Следующая покупка — это вот такие цилиндры. Вот, это я их покупала для макраме. Знаете, когда плетете, то потом вставляете шнур. Вот, просто такие цилиндрики. Вот так вот они пришли в коробочке, очень аккуратненько. Вот так. Вот. Мне они понравились. Так, следующие — это вот такие шапочки. Тоже их все знают, и этот магазин знает. Они продаются по 2 штуки. Достаточно большие, ну, хорошего качества. Вот это я взяла в меди. Такие. И в бронзе. Потому что в серебре у меня есть. Далее вот такие красивые шапочки. Тоже я взяла всех цветов. Я взяла всех цветов. В серебре, в меди, в золоте. Это вот золоте, мне кажется, она больше, чем в меди. И в бронзе. Вот такие красивые шапочки тоже. По 2 штуки. Ну и последнее, вот, я купила такие конверты, по 50 штук они идут. Это у меня здесь, когда покупают на Фейсбуке что-то, чтобы не покупать конверты на почте, я купила свои. По 50 штук, вот такие вот, ну тоже, конечно, с размерами я немножко просчиталась, но они все равно мне понадобятся. Вот такие маленькие. Это вроде 10 сантиметров. Тоже туда можно серьги положить или колечко.
с пупырышками. То, что у нас такой конверт один стоит $3 на почте. Ну, не такой вообще, а как желтый, знаете. Вот. И вот такой еще. Этот 15 сантиметров. Да, и этот 10. Вот, 10 и 15 сантиметров. Такие конверты. Ну, сюда тоже можно какой-то браслетик. То, что у нас, когда отправляют, у нас смотрят на вес, на высоту и ширину, и плюс, чтобы там у них какие-то отверстия, чтобы конверт пролазил в это отверстие. Один раз я отправляла одной женщине подвеску, мне стоила отправка $5 по Канаде. Потом другая мне заказала кольцо, тоже по Канаде. И тоже она там что-то в это отверстие начала просовывать, а кольцо не пролазит. И она говорит, что теперь уже будет не $5, а 15. Я говорю, почему? Вес же такой же, вес. Она говорит, да, ну не пролазит в это отверстие, поэтому и цена в 3 раза больше, представляете? Вот. У нас очень дорогая отправка по Канаде. Наверное, во всем мире самая дорогая. Вот такие вот конвертики по 50 штук каждый. Ну все, на сегодня все, наверное. Я вам показала много чего. Вы тоже эту фурнитуру уже знаете. Ну, пишите, что вам понравилось. Подписывайтесь, комментируйте. До следующего видео в эфире. Всем мира и добра. Все, пока.